Сегодня наши сменовцы вышли на улицы Анапы. Ребята проводят городскую акцию в честь Дня Героя Отечества в России. Участники смен «Инфопоток» и «Слово молодежи» провели социальный опрос. Юные журналисты выясняли, знают ли жители города о памятной дате и кто такой современный герой. Какими качествами обладает герой? Доброта, порядочность, самое главное, наверное. Анапчане с удовольствием отвечают на вопросы юных журналистов. И вот уже готовы первые результаты. По моему мнению, большая часть города-курорта Анапа не знает о сегодняшнем празднике. И самое главное качество для героя, по мнению множества человек, это доброта и честность. Некоторые люди говорили, что ой, у нас нет времени, но все равно большинство старались отвечать на наши вопросы. В основном молодежь отвечала, нарвалась, прям мы хотим ответить. Были люди разные, те, которые спешили, те, которые радушно отвечали. Даже был мужчина, который только после инсульта, но он все равно согласился нам ответить. Все, в общем, было классно. Свои первые репортажи и видеоролики участники смен уже выкладывают в социальные сети. В Федеральном детском центре смена юные журналисты получают не только теоретические знания по различным направлениям, но и практический опыт.